Итак, телеканал «Шоп-н-Шоу» с гордостью представляет в рубрике «Обувь» первое главное предложение сегодняшнего дня – это «Сабо Фаби». Еще их называют «панталеты». Легкая, стильная летняя обувь, которая, конечно же, невероятно актуальна в этом сезоне. Жаркие летние деньки так и манят нас поехать к морю или просто за город на природу. Каждая красавица хочет выглядеть стильно и модно на побережье, а потому так важно знать, какой будет модная пляжная обувь весной и летом 2024 года. Именно в летний сезон необходимость в паре новых шлепанцев и тапочек, в которых можно выйти на пляж или прогуляться вечером по набережной, возрастает в разы. Яркие, актуальные принты в стиле амбре, градиентный переход, модные в 2024 году, обтекаемая форма создают актуальный образ. Вы на пике трендов и всегда знаете, в какой паре обуви вы чувствуете себя максимально удобно и комфортно. Они невесомые, они легкие. Панталеты с высоким амортизирующими свойствами, широким мысом, обеспечивают анатомическое положение стопы, достаточно места для пальцев, идеально подойдут для пляжного отдыха, отдыха на природе, на море, в бассейне. То есть мы понимаем, вообще на все четыре сезона, даже зимой в бассейн будете брать. Вы легко передвигаетесь, я бы даже сказал, порхаете, каждый ваш шаг сопровождается исключительно комфортом. Материал, из которого они изготовлены, инновационный материал EVA. Это современный, экологически чистый и гигиенический полимер. Отличается легкостью, прочностью, безупречностью. Используется при производстве детской, ортопедической, пляжной и летней обуви. Не вызывает аллергии и не случайно из этого материала делают не только детскую обувь, но и детские игрушки. Стильные, яркие, легкие, практичные. Защищают ножку, и вы всегда будете уверенно чувствовать себя на ногах. Два цвета на выбор. Всего лишь два. С одной стороны, это дает возможность быстро сделать выбор. Но я бы в данном случае бы выбор даже не делал, оба цвета забирал. Этот цвет у нас называется красный, но в жизни это, конечно, прям малинки, малинки, вот такие пляжные вечеринки, градиентный переход, да. А следующий цвет желтый. Желтый в заказе, но в жизни он выглядит лимонно. И здесь посмотрите, какой плавный градиентный переход от белого в лимонный и, я бы даже сказал, в салатовый оттенок. Давайте сразу обратим внимание на то, как выполнены они и внутри. Здесь же сразу понимаем, что это массаж для ваших ножек. Причем по всему периметру стопы будет эффект массажа. Очень важно отметить, что везде края закруглены, то есть натирать тоже нигде не будет. И цена-то только сегодня 1499 рублей. Вот это да! Кстати, при оплате заказа банковской картой сразу 10% скидка. Еще и дышащие, вы видите, есть у нас отверстие. Дальше. Ой, какой кадр! Обожаю наших суперпрофессионалов, наших режиссеров, операторов. Показываем все нюансы. Кстати, видите, бортик, да, у нас есть. И пяточка защищена. И у мыса высокий бортик, у нас пальчики защищены. А самое главное, что это цельная форма. Соответственно, даже если на пяточку вдруг вам наступит при ходьбе, ни в коем случае ничего не оторвется, и ваши любимые Сабо Фаби, панталеты еще называются, всегда будут выглядеть как новые. А как вам вот этот волнообразный вырез? Ну, словно действительно вот волна, причем яркая, высокая, переходит. Что касается скользит, не скользит? Безусловно, не скользит. И я вам это сейчас обязательно продемонстрирую чуть позже, предлагаю сделать замеры и выбрать размер. Кстати, размеры у нас сдвоенные идут, и это тоже важно. Размеры от 36 до 41. Сейчас у меня здесь размер 38-39, и мы смотрим. Длина у размера 38-39, длина 28 сантиметров. Это размер сдвоенный 38-39, напоминаю, да? Точные цифры вы видите, знаете. Теперь, что касается скользит, не скользит. Будем тестировать? Да, конечно, будем, естественно. Напоминаю, это наше первое главное предложение сегодняшнего дня. Тогда тест предлагаю начать с того, что все-таки посмотрим, какие они легкие, какие они невесомые. Я приготовил, естественно, весы. Они готовы для того, чтобы мы сделали нужную нам процедуру, взвесили их. Вы видите, 122, видно? 122 грамма.
всего 122. Вы представляете, какие они невесомые, какие они легкие. Видно, Галюнь? Скажи мне, дорогая моя. Отлично, все. Тогда это мы посмотрели. Убираем, да, не тратим время на это больше. Легкие, невесомые, безупречные во всем. Теперь предлагаю все-таки протестировать. Давайте представим. Женечка, радость моя, шикарная модель, заберу тебя ненадолго от Руслана. Я понимаю, от него уходить ты не хочешь, но тем не менее, давайте устроим прямо тест в прямом эфире. Представим, что вы взяли их в бассейн с собой также в любое время года. Очень часто на кафеле бывает скользко от воды. И проверяем, тестируем, еще налью уже, у нас прям волна. И вы видите, стыковка, да, максимально сильная, абсолютно не скользят. Вот я не знаю, я бы даже с удовольствием взял бы микрофон, да, дополнительно, чтобы вы услышали этот звук. Женя максимально старается проскользить ногой, ничего, она фиксируется. Вы видите, как нет никакого скольжения, это ваша безопасность, вас, ваших родных и близких. Женечка, спасибо, радость моя. Теперь мы понимаем, что даже если вы наступили на мокрый кафель, даже если на дороге дождь прошел и тоже бывает плиткой, да, уличной покрывают, вы уверенно чувствуете себя на ногах, вы не скользите. Вы, ваша дочка, ваша внучка, ваша мама, ваша бабушка защищены целиком и полностью. При этом вы не чувствуете эти сабо. И еще раз, мои дорогие, я еще один тест для вас приготовил. И это тоже важно. Галюнь, умоляю, давай еще продемонстрируем прямо сейчас, конечно, колючки. Вот смотрите, давайте вот так вот покажу вам, да, насколько они, с одной стороны, мягкие. Это инновационный современный материал Эва. Вот мы вместе с моим помощником, нашим реквизитором, с Ильей приготовили вот такие колючки. Для чего их сделали? Часто бывает, особенно на пляже, кто-то разбил стекло, да? Вот я всей силой давлю на эти колючки. Вы видите, они гнутся у нас, эти колючки. Но с инновационным современным материалом Эва ничего не происходит. Еще раз, быстро! У нас даже эти гвозди гнутся! Но с легким, невесомым, но при этом максимально прочным материалом Эва не происходит ничего. Это наше первое главное предложение сегодняшнего дня. Панталеты Сабо Фабия по цене только сегодня 1499 рублей.